выиграла. Это будет в ринге, значит, спортсмены из города Пскова и Краснодара. Минка Дмитрий, город Псков, и Мурагимов Амир, город Краснодар. Краснодарская школа очень хорошая кикбоксинга. Она сейчас уже тоже начинает прогрессировать. Но вообще-то сейчас сложно у нас в России выделить какую-то индивидуально лучшая школа. Кикбоксинг как-то развивается равномерно уже по всей России, в любом регионе. Ну, вот мне, к примеру, понравились спортсмены из города Адыгея, из республики Адыгея. Очень хорошие спортсмены. На самом деле, действительно, сейчас везде по всей России есть, так скажем, звездочки, на которых стоит обращать внимание, поддерживать, помогать. Очень много спортсменов с разных регионов достойного уровня, хорошего мастерства. Поэтому не хотелось бы выделять там отдельные города, там Ростов или Челябинск, или еще какие-то. То есть в любом регионе есть достаточно хорошие мастера. Мы надеемся, что через телеканал «Боец» это увидит вся Россия, и руководители, и городов, и депутаты. Думаю, что обратят внимание, чтобы поддержать наше направление. Опять же, благодаря, я считаю, это кому-то, что в этих регионах, городах развивается кикбоксинг. Вот, по федерации ИЯКСа с нами работают очень уважительные, уважаемые люди, тренера, заслуженные тренера России. Да, у нас очень много воспитанного пледа таких заслуженных тренеров в России. Это Игорь Ярошевич с города Воронежа. Также Кадурин с города Воронежа. Да, это которые воспитали чемпионов мира в Дублине. Они добились таких высоких результатов в 2000 году. Олег Никитин, один из первых чемпионов. Из города Воронежа. Да. Санкт-Петербурга, преподаватель кафедры физвоспитания Руслан Акумов. Он выиграл в Дублине тоже по лайк-контакту. Стал чемпионом мира. Да. Поэтому у нас и чемпионов очень много, и тренерского состава. Питера у нас Савинов Александр, заслуженный тренер России. Из Мурманска у нас Алмаз Гисмеев, заслуженный тренер России. Является старшим тренером сборной команды России по версии ЯКСа. Да, Александр Березкин с Абакана, Вячеслав Лопау, заслуженный тренер России, тоже воспитал чемпионов. Тоже с города Абакана. Соболев Александр с Екатеринбурга. Заслуженный тренер России, да, насколько я понимаю? Да, 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 да. Нет, не заслуженный тренер, он еще не получил, да. Солюков Александр с Ульяновска. Очень много у него хороших одаренных спортсменов было и есть. Я думаю, что они... Итак, у нас спортсмену...